И сказал Бог Ною: «Выйди из ковчега ты, и жена твоя, и сыновья твои, и жены сыновей твоих с тобою. Выведи с собой всех животных, от всякой плоти, из птиц, из котов, и всех гадов, пресмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле. И скажи твоему народу, что отныне они будут царствовать на земле, но чтобы никогда не трогали и не оскорбляли родных и чужих вам, ибо проклят будет твой народ». Студия в воскресенье. По заказу всех любящих баб представляет Артём Манукян, Игорь Мхитарян, Андрей Алексанян, Заза Амаров, Юрий Деденёв, Андрей Да, Евгений Чанчиков и Иван Балакан в фильме «Я твою маму ебал!» Официант, принеси бутылку водки. Наверное, этот чудик обоссался. Если через 3 дня не сделаешь это, то, что ты говорил, я тебе засуну эту бутылку в жопу. Я сейчас тебе башку зарежу! Эй, успокойтесь, успокойтесь. Придурок! А это мы еще посмотрим. Иди тусуйся! Увидимся на свалке. Глава 2. Хозяин свалки. Здорово, брат Джан! Здорово, красавчик! Муа-муа. Давно ждете? Присаживайся! Давно! Меня искали. Кто это был? Хозяин свалки! Человека прислал за деньгами! Какой нахрен хозяин свалки? Хозяин свалки — это я! Ты что, волосы покрасил и совсем армянский ум потерял? Можешь купить тебе еще тонну геля, чтобы собрать твои бараньи мозги. Я что тебе говорил? Если кто-то придет и попросит деньги, послай его нахрен. Я здесь хозяин, а не ты. Да я его послал, говорю тебе. Блять, что я на придурка похож? Нахрена ты, маленький хитрожопый говнюк, мне врешь? Да послал я его, пидором буду. Как я смотрю, вы ни хрена не понимаете. А ну собрались, быстро. Ты никуда не уходи, стой здесь и слушай, пригодится. И еще раз объясняю для особо тупых. Здесь Москва. Здесь все работают на лоха. Если придет какой-нибудь местный козел и попросит деньги, посылайте его нахрен. Потому что хозяин свалки — это я. И требовать деньги могу только я, а не он. Посылайте его по слогам. Пошел нахрен. Понятно? Понятно! И если вы, сельские бараны, не сделаете так, как я вам говорю, видите эту бутылку, засуну каждому в жопу индивидуально. Понятно? Понятно. Это что за херня? Что за надпись на бутылке? Через 3 дня стрелка. Это он вам так стрелку назначает? Я разве на барана похож, чтобы идти на стрелку с дебилами? Сами решите эту проблему. Я никуда не поеду. Я до сих пор расхлебывал ваше говно. Хватит, я тут ни при чем.
Через 3 дня я буду у Арменчика на дни рождения. Я ему купил шикарный портрет. А кто это на портрете? Филипп Киркоров. Диско, диско, партизан. Ну, а кто он такой? Как кто он такой? Это великий армянский заслуженный артист, поп-король Филипп Бедросович Киркоров. Он же болгарин! Какой он нахрен болгарин? Слушай, ты... Ты вообще знаешь, что такое перец? Вы все, наверное, знаете, что перцы бывают разных типов. Бывают красные, желтые, зеленые. Вот Филипп Киркоров особенный перец. А все, что особенное, это наше, армянское. Вам понятно? Да, понятно. Понятно. Что тебе понятно? Что Филипп Киркоров болгарский перец. Ни хрена ему не понятно. Ты что делаешь, придурок? Поцелуй меня в пачку! Что ты сказал? А ну, повтори. Пачка — это комбинация сникерса и брыдзе. Это что за армянское чудо? Да, попробуй! Не тормози! Сникерсни! Сникерс — херня. Брынза — вещь. Может, скажем Волочковой, чтобы нашу армянскую брынзу разрекламировала? А? Да ну ее! Ладно, поедем мы. Смотрите, решите грамотно эту проблему, без говнотерок. А в следующий раз приглашайте меня не в азиатское заведение, а в армянское. Поддерживайте отечественного производителя, понятно? Эх, деревня. Часть 3. Заказчик. Ну, что, они отдали деньги-то, а? Вернут. Через 3 дня. Ты это слышишь? Может, они вообще не отдадут, а? Я вам гарантирую, деньги будут через 3 дня. Отдадут! Конечно же, отдадут! Правда, мой сладенький? Отдадут! Слушай, а может, их мочить надо, а? Чего? Может, нахрен задаем их, а? Не надо никого мочить. Да-да-да-да-да. И попадать на лишние бабки. Деньги будут через 3 дня. Да, я вам гарантирую. Да, конечно будут. Поехали. Часть 4. Свалка. Ну вот нафига я с ними сюда пришел? Сидел бы дома, валялся с тёлкой в постели. Там нет никого! Че, серьезно, никого нет? Действительно, что же это он не пришел-то, а? Может, он прячется где-то? Да я говорил, что он не придет! Здорово! Привет, орлы! Целоваться не будем! Ну что, нет его? Хотя, осталось еще 5 минут! Да, действительно. Тогда я пойду поссу. Да, я тоже хочу поссать. А посрать ты не хочешь? Он сейчас придет. А что, даже поссать нельзя? Да ссыте сколько хотите. Хоть усритесь. Ладно, не ссыте, все будет хорошо. И я пошел первый, а вы оставайтесь здесь. Все надо делать грамотно, по очереди. Ну да, у него пистолет, он первый. А я? Ладно, не делай тебе мозги. Идите ссыте, я подожду.
сестра все-таки была офигительная тёлка. Да, и у меня вчера была офигительная тёлка. Быстро в багажник. Не надо, не надо, брат. Тихо, 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 не кричи. Возьми подушку. Так удобнее будет. Не закрывай. Я хороший армянин. Просто я родился в Грузии. Эх вы. Засадить. Сейчас, братан, 5 минут. Эй, где вы? Где вы, мать вашу? Нету, братан, сейчас все решим. 5 минут. Дай позвонить, а? Алло. Сейчас, братан, сейчас все решим. Поскольку 3 дня прошло, и ты не выполнил свое обещание, остается только один вариант. Засадить? Не могу. Это для меня святое. Официант, принеси бутылку водки. Эй, не надо, не надо. Да что это такое? Виноват, виноват, признаюсь. Ай. Прости, я сам. Чё стал? Вали отсюда. Сволочка-то, а? Ай, да матушка, ты погляди, что здесь, ай, какие вы мои родненькие. Да. Алло, молодец, слушай, молодец, здесь даже больше, я не ожидал, да. Я не сомневался. Значит так, надо встретиться, есть человек один нормальный, да, да-да, короче, встречаемся, я тебя познакомлю с ним. Сейчас не могу, у меня дела поважнее. Ну ладно, давай.
Фильм озвучивал Евгений Чанчиков.